в ход. Короче, ребята, сегодня у нас будет вообще необычный влог. Такого влога вы точно ни у кого на канале не найдете. Сегодня мы будем... Правильно, пасти коров. Там он уже Тарас, мы, короче, уже похавали. То есть вот тут, короче, хавка тут. О, Тарас играет в Clash Royale. А ну давайте ему сейчас что-то зарубим. Сейчас. Тарас, я сундук открыл случайно. За 10 гемов открыл сундук. Ладно, шутка. Не, пацаны, не будем. Короче, вот сейчас суть такова. Тарас пасет первый раз за этот год. То есть, получается, это сегодня третий день, когда вообще все коровы пасутся вместе. И тут в деревне, ну, по очереди все пасут, у кого есть корова, кто выгоняет ее в очередь. И, короче, вчера нам сказали, что мы поможем Тарасу. Ну, мы, ладно, хорошо, да, конечно, без проблем. Тарас же вроде бы бромой. Вроде бы бромой, короче. Короче, с утра заходит его бабушка минут в 15-7, говорит, типа, просынайтесь, уже идти уже пора. Коров в 15-7. Ну, да, да, мы на рыбалку вчера столько только вышли. И, получается, сказала, что... Перед двором, даже я говорю, что есть такая поляна, ну мы ее называем выгон. Вот так вот выгон. Я не знаю, как по-русски. А не восьмого? Нет, седьмого. И, короче, пацаны сказали, что в половину седьмого там будут коровы. Я хорошо, без проблем. Мы начинаем собираться, встаем, думаем, сейчас чаек попьем, похаваем. Все нормально. Смотрю в окно. 6:22. Тарас уже гонит коров. Короче, понятно. Я ничего не похавал, сразу забрал шмотки, умылся. Воды попил и, короче, побежал. Ну, короче, я ходил, башка болела, и мы, короче, решили немножко перекусить. Так, Ванёк сейчас шмотки соберет. Но это яйца обычные, так что здесь ничего страшного нету. Да, телефон забирай себе в карман. Сейчас мы пойдем проведем экскурсию. Так. Сейчас коров, сейчас возьмем у них интервью. Интервью. Короче, даже. Эй, зеленый слоник. Тарас. Тут, короче, травы очень мало, потому что это сверху, и здесь какой-то такой лишайник непонятный растет. А снизу трава есть, и тут выше еще трава есть. Тут еще земляника есть. Вот она цветет уже. Ну, тут, ребята, земляника растет такими полянами. То есть тут полянка, там полянка. И каждая полянка особо по-своему. То есть некоторые крупнее, некоторые мельче, некоторых больше, некоторых мало, но они крупные. И еще мы ездим там, короче. Тарас, ты куда? Да. Я хочу... О, пацаны. И, короче, Тарас мне сказал, под деревьями не ложиться, потому что здесь клещи. Да? Да. Вот коровы, короче. Добрый вечер. Севка у ТВ. Добрый вечер, Вася. Вася, стой, Вася, ты куда? Севка у ТВ. Добрый вечер. Добрый вечер, Вася. Сейчас пойдем снизу возьмем у кого-то интервью. Севка ТВ, добрый вечер, ребята, добрый вечер. Вот пойдем. Кого? Не, это Тараса коровка. Такая молодая. Куда-то та полезла, не знаю куда. Там вода, короче, пацаны. И камыши, она пытается туда провалиться. О, пацаны, смотрите, у этой коровы рог в голову врос. Видите? Охренеть, прикиньте. Офигеть. Мани. Смотрите, охренеть, ребята. Добрый вечер, Вася, добрый вечер. Мани. Ну чё вы такие странные? О, сейчас. Ромашка. Мани.
Мани. Ты же помнишь меня, Ромаша? Ромаша. Ай. Опа, пацаны, а вот и клещик, вот видите, ползет, видите? Охренеть, тут клещей! Смотрите, вот клещ, видите? Вот клещ, клещ, Ромаша, не трожь. Клещ. Это не клещ, еще где-то клещ. Вот еще клещ. Вот ползет. Охренеть, ребята, клещ, прикиньте. Просто офигеть. Ну все, я его, наверное, уничтожил. Офигеть. Уже два клеща, плюс еще Тарас нашел на ней клещей. Ну, я же говорю, что... Вот еще один ползет. Вот еще один ползет. Вот. Сейчас мы его убьем. Все, убили его. Капец, ребят, прикиньте. Это еще те клещи, которые не всосались и в нее. А сколько в нее уже всосалось, это просто такая туча. Так, мух. Так, ну все, вот такая ромашка, такая пушистая, видите? Пушистая. Да, ромашка? Ромаша. Ромаша, сычок. Очи-пучи-пученьки. Так, а тут что-то движется. Пацан, тут что-то движется. Это может ящерица? Потому что здесь много ящериц. Вот мухи задалбывают, лезут в глаза. Такие вот дела. А там вот есть вода. Сейчас я вот таких вот резиновых сапогах, которые я уже сегодня пробил, наступил на проволоку. Где-то они были водонепроницаемые. Сейчас они уже водопроницаемые. Сейчас попытаемся куда-то залезть. Так, сейчас я на бошку одену, пацаны, момент. Так, оп. Так. Короче, здесь болото засасывает. Ну, как бы не болото, это ставки соединяются вот таким вот яром, ну и по нему течет ручеек. И здесь, если ступнуть куда не нужно, может засосать, короче, по пояс. Тут вот такая вот водичка течет. Вот видите, такая чистая. Здесь еще есть родники местами, только нужно знать, где эти родники. Ну и собака, опа, я еще раз пробил походу камышом этим сухим. Так, сейчас мы выйдем. И короче, пацаны, так уйди отсюда, муха. Там. Стопы. Короче, нужно вылазить отсюда. Короче, я найду родник и вам, короче, покажу, какая там чистая, красивая водичка. Ну, и, в общем-то, тем временем коровы пасутся вот такой вот травки. А пацаны отдыхают в теньку. Сейчас пойдем к ним. А вот, ребята, вот это вот падла, вот это вот, видите, вот, называется Аленка. Вот эта падла садится на цветки картошки, блин. На цветки яблок, груш, высасывает середину цветка. Сука! И оно, походу, короче, потом не запыливается. Раз, словил ящерицу, пока я загорал. А ну, покажи, Тарас. Ты же, я видел как бегали. Мелкая такая. Это она еще жуков не нажралась. Как нажрется, так будет большая. Видишь? Капец, красота. Ты же мини-варан. Куда? А, стоять! А где она? Дуданула Саню. Ничего подобного, вот она.
Она, короче, куда-то скрылась в норку. Вот тут, по-моему, не? Короче, она уже туда куда-то уныкала. Ванёк, ты на ночь молоком обтираешься? Короче, сейчас будем... Кожа была мягкая. Как попа младенца, да? Сейчас будем коров гнать на обед. Я думаю, Тарас разденется. У него еще и подштанники. Ему не жарко. Мне, значит, жарко. Я уже сижу чуть не в трусах. Но ему не жарко. Ой, нет, ничего себе, Тарас. Он холодный человек. Начал раздеваться. Холодный. Тарас, как Тарас, там? Не холодно в подштанниках? Все. Тарас, в подштанниках не холодно? Хорошо. Нормально. Ну, вообще ничего. Короче, пацаны. Сейчас будем мы переходить вот тут-то. Нам нужно добраться до... до родника. У Ванька, короче, один сапог дырявый. Да, и, короче, ребята, когда-то давно здесь ёперный театр. Ну его нахер, Вань, пошли лучше там. Ладно, тут давай. Ваня уже упал. И, короче, тут раньше очень много воды было. И мой отец там с друзьями поехал на рыбалку. И поехал мой брат. Нет, нет, что-то тут мне тоже не очень нравится. И мой брат поехал, ну то есть, ну его сын получается, у меня два брата. И он меня там дальше, тут всегда было много воды, он меня перекидывал через воду. И в итоге он меня впустил просто-напросто в воду. То есть не докинул. Так, сейчас. А тут-то изи-бризи. Сейчас сапог уйдет, будет ёперный сквизи. Не, Ваня, тут что-то... Ё-моё! Так, Ваня уже нашел местечко. Стой, 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 не иди за мной, меня просто... Движешь спор, вот и... Вот дырка, дырка. Давай, 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 на носочках, на носочках. Есть, пацаны, мы перешли. Так, короче... Там ёперный муравейник. Там, короче, дальше он меня, короче, не докинул. Вот пастух элита. Так, сейчас мы заходим. Сейчас по фастику. Тут, короче, земляники. Вот, земляники куча. Вот. Оп-оп-оп-оп. Вот земляника. Видите? Тут земляника. Там еще земляника, на той стороне земляника. Ну, тут-то есть место земляники, но здесь она не очень крутая, не очень элитная. Самая крутая, это там ехать, короче, нужно километра 2-3. Там просто за час 3-литровую банку один человек может нарвать. Так, Ванек, тут... Ванек, сюда иди. Да. Смотрите, пацаны. Вот родник. Вот отсюда воду можно пить. Наверное. А мы пили в прошлый год. Да, без проблем пили. Все нормально. Ну, вот, правда, жабы ссут. А ну давай, Ванёк, ты первый. Да не бойся, Ванёк. Ну подумаешь, сожрёшь пуголовку. Тяните. Ладно, на, давай я попью. Давай. Сейчас будем пить воду. Так, вообще, вода освежающая. Не, я выпил, только она такая, не очень, ни о чем. Нужно просто прочистить лопатой весь этот мусор, туда снимай. Весь этот мусор выкинуть отсюда, чтобы здесь чистая водичка была. И тут, короче, пацаны, став есть. Там, он зарыблен. Раньше здесь, как бы он был зарыблен, но... Ну как бы во время Советского Союза его зарыблили, рыбу ловить можно было, никто ничего не делал, как тогда. Тогда все ставки запускали туда рыбу, и короче все можно было без проблем ловить, никто ничего не запрещал, не спускал. И получается такие дела. Но его арендовали, забрали, и мы там, помню, мы там таких карпов ловили. По 5 килограмм попадались, по 3, по 2, щука там была. Окунь был,
карась был. Ну, короче, вообще охренеть, какая большая рыба была. Ну, а сейчас там вот такая вот будка стоит. В ней, по-моему, сейчас уток разводят. Ну, то есть мелких завезли. И они за лето их откармливают. Потом, короче, на мяско пускают. Прошлый год там еще был загон, в котором были домашние козы. Короче, сюда рыбу запускают. Тут какие-то грибы непонятные. Но я их точно брать не буду. Прошлый год, короче, когда став был здесь зарыблен, один пацанчик есть знакомый. Короче, это мой брат. Он предложил пойти сюда рыбы грабануть. Мы пришли с Ваньком в час ночи. Конечно, нам дома попало от мамы, от папы. Ну, мы тут были в деревне. Короче, получается, картошку. Там что-то, короче, с картошкой делали. Это летом было, в начале лета. Короче, он взял до камня, привязал леску. Короче, перекинул где-то вот здесь вот, на ту сторону. Мы на той стороне были. Ну, там, понятное дело, мы перешли. Потом дальше мы прошли, леску так протянули. И где-то ближе к этой белой фигне он запустил сетку. И мы так сетку поставили. Короче, это было, наверное, уже часа два ночи. И, короче, поняли, ребят, ну, мы там как-то договаривались. Первая рыба попалась. Он думал, что большая какая-то там, может, карп там на килограмм или еще что-то. Он вытянул такой, ну, на ладошку, чуть больше ладошки. И живот такой полный. Думали, карась. Если бы это знали, что это карпик, то мы бы его впустили в наш став, чтобы он там дальше рос, как бы такого мы не забирали. Короче, сидим. Мы с Ваньком вышли туда куда-то наверх. Туда наверх вышли. И, короче, пацаны, а тут никого не было. Ну, видно было, что никого не было. Ну, правда, все темно было. И, короче, тут охерак. Кто-то выходит с их этого здания. И фонарем, и фонарь мощный. А мы в то время перешли, вот там наверху, вот там ждали. Стояли, ждали, там часок хотели подождать. А потом, короче, пойти, ну, вытянуть и забрать рыбу. И, короче, тут стоим, а луна как раз там была. И наши силуэты из-за лунного света видно. Короче, оттуда фонарь такой на нас. Мы как дали драпу. Короче, дали драпу. У меня были еще петарды. Получается, у нас на ставку была какая-то девятка стояла. Там была девка, которая живет у нас в селе. И к ней приехал парень. Ну, понятное дело, что в 2 часа ночи они там точно не рыбу ловили. И, короче, мы начали петарды кидать. Подлезли. Они как испугались, как начали заводить. А мы думали, что они сейчас за нами поедут. Короче, мы начали драпу давать. Они тоже. Но нам с одной стороны идет, ну, то есть идет по центру яр. Нам с этой, с нашей стороны видно, что происходит на той стороне. Ну, не всегда, но видно. И, короче, пацаны, они начали уезжать. И рядом возле одной там лесопосадки остановились. Ну, короче, мы уже как бы не боялись. А на следующий день мы попололи огород. Короче, потом, значит, в 12 часов, где-то в час собрались идти сюда, пришли. Сетка была. Но из-за течения или же, возможно, из-за количества рыбы, она просто-напросто порвалась в одном краю. И запуталась за те кустики, которых очень много в воде. Короче, Миша говорит: Саша, типа, лезь, давай, доставай. Я залазил до первого куста. А вода еще прохладная была. Ну, говорю, начало лета, по-моему, или вообще май был. Я уже не помню. По-моему, это вообще май был, ребят. Блин, тараканы или что-то. И, короче, пацаны... Получается, я залез, достал где-то 1.5 метра сетки, там было много рыбы. И, короче, говорю: Миш, нет, дальше не полезу. Миша говорит: все, ждите меня наверху. Ждали мы его где-то летам. А, вот, за этим деревом сверху ждали. Он, короче, полез, наверх себе накинул футболку, залез, застал всю сетку, а мы его не видели, немножко из-за бугра не видно. То есть отсюда вот так вот немножко видно, а дальше же не видно. Короче, мы его ждали. Видим, уже и охранник и один, и второй вышел, думаем, все, жопа, Мишу заловят. А Миша там что-то как-то подмутил. Потом слышим, сзади кто-то бежит. Смотрим, а он вот так вот оббежал и сзади бежит. Наверное, 20 килограмм, ну, сеткой вот рыбой набита, и бежит. Но понимаете, ребята, что если став зарыблен, то там должны разрешать один день в неделю ловить на одну удочку с одним крючком. Но у нас же беззаконие, и поэтому такого делать нельзя. Поэтому ребята должны как-то выживать. Ну, короче, мы пришли на тот став, на наш, там, где мы ловим рыбу, запускаем ее. И хотели туда накидать карпиков, которые там были такие, на ладошку и больше, живых.
Там, наверное, процентов, может, 20 было таких живых, что может, что могут еще выжить. И, короче, мы начали перебирать. И тут подъехала машина. Мы повкидывали их в пакет, вкинули там в кусты. Пока машина уехала, мы пришли назад высыпать, а это была жара просто. День, часов, наверное, уже 2, 2:30 было. И, короче, они были все мертвые. И поэтому не удалось нам, короче, ребята, запустить еще карпиков. Встал. Всем кайтывай, Вася, всем кайтывай, добрый вечер. Всем кайтывай, мани. Всем кайтывай, Вася. Моя тёлочка, единственная моя. Так, тихо. Кидануло, и там меня кидануло. Вася. Так, главное, чтобы эти Васеньки никуда не драпанули, а то они очень быстро бегают. Как бы ни казалось, что они такие большие, думают, медленные. Как догнать их, так фигушки. Они так вообще резко бегают. Тут была одна корова, но ее уже на мясо сдали. Короче, мы с Тарасом, когда пасли, она постоянно куда-то лазила, куда не нужно. Постоянно мы ее бегали, то с той стороны загоняли, то с той стороны. Короче, у нас была с Тарасом идея. Я ложусь в траву с палкой. Тарас гонит. И я резко выскакиваю, чтобы догнать ее, хотя бы ударить раз палкой. Потому что даже так не могли, она так быстро бегала. Это прошлый год. И, короче, что вы думаете? Все это дело, она бежит. Я выскакиваю, она как раз вернется и давай драпу в другую сторону. Короче, в итоге мы ее так и не догнали. Вася. Муни. Нести. Коровка.